числе любимые Харли Дэвидсон, Кавасаки или Хонда. Не думайте, что ради этого нужно ограбить банк. Вполне достаточно обзавестись игрой Motorracer 2. Перед нами один из лучших гоночных симуляторов. Игра производит впечатление солидного продукта. Прекрасная SVGA-графика, полнометражные видео, динамичная музыка, удобный интерфейс и грандиозный выбор трасс. Вдобавок ко всему, у пользователя есть возможность играть по сети или через модем. Только учтите одно обстоятельство. Если вы играете через модем или сеть с живым соперником, производительность компьютеров должна быть примерно одинаковой. Иначе обладатель Pentium 90 не имеет никаких шансов против Pentium 166. И еще один совет на дорожку. На любой трассе расположены несколько чекпоинтов, проезжая которые, компьютер фиксирует прохождение трассы. Время на то, чтобы добраться от одной точки до другой, строго фиксировано. Не уложились в лимит, придется начать заново. Но на вторую попытку времени дадут еще меньше. Последний круг вы должны будете проехать практически без ошибок, иначе игра остановится в самом интересном месте. Вот так-то, господа гонщики.